Здорово, кабаны, с вами Макс пояснит. Да-да, вы не обознались. И в сегодняшнем ролике я не буду делать обзор на шмотки или кроссы, как это обычно бывает. В сегодняшнем ролике мы будем делать обзор на наушники. Но наушники не простые, а наушники с костной проводимостью звука. Но это как, спросите вы? А вот так, ребятки, наушники от Aftershocks под названием Trex Air не нужно вставлять в уши. Они передают звук через кость. Да, звучит как-то странно, согласен. Но давайте-ка во всем по порядочку разбираться. Итак, начнем, наверное, с небольшой распаковочки данного девайса. Упакованы наши наушники, хочу отметить, весьма на совесть, ибо это плотная картонная коробка на магнитной застежке, и даже Почта России вряд ли сможет им навредить. На первый взгляд, все выглядит достаточно дорого-богато, но давайте заглянем внутрь. Итак, вот наши, собственно, и наушники. Согласитесь, выглядят они весьма необычно и футуристично, прям все по канонам нынешней моды. Покрыты они нежнейшим софт-тачем, и по самой сборке никаких претензий у меня нет. Также в комплекте у нас идет микро-USB кабель для зарядки наших наушников и просто великолепнейший прорезиненный чехол для их транспортировки. Я удивлен, но по комплектации здесь и правда все на уровне. Ах да, и чуть не забыл, здесь нам еще и беруши симпатичные положили. Вот, смотрите, какие они розовенькие. Что ж, теперь давайте разбираться, как собственно они работают. Подключаются к телефону они, как в принципе и все беспроводные наушники, через Bluetooth. Затем накидываются на уши и вуаля, можно приступать к прослушиванию музыки либо к телефонным разговорам. Их принцип работы достаточно прост. Все твердые тела, как и наши кости, являются отличными проводниками звука. Так вот, эту особенность и решили использовать в Trex Air. При прослушивании музыки в районах, где расположены наушники, ощущается небольшая вибрация, к которой, в принципе, привыкаешь достаточно быстро. Что касается качества звука, то здесь кому как. Кто-то говорит, что он лучше, чем в обычных затычках, а кто-то говорит, что немного похуже. Но так или иначе, по-своему они уникальны, ибо взаимодействовать с окружающей средой в наушниках от Aftershocks куда проще, так как ваши уши полностью свободны. Если вы, допустим, бегаете по утрам, ездите на велосипеде или просто любите активный образ жизни, эти наушники точно для вас. Ибо в обычных затычках, когда не слышишь ничего, что происходит вокруг, согласитесь, порой ощущаешь себя весьма тревожно. Ведь ты даже не подозреваешь, за каким углом тебя может подстерегать опасность. Ну а если вдруг ты водитель маршрутки, ты без проблем можешь наслаждаться шансоном и не прозевать нужную остановку своих пассажиров. Так что да, по-моему, это весьма жирный плюс для Trex Air. Так что, ребятки, будущее и правда рядом. Сегодня мы слушаем музыку без ушей, а завтра, глядишь, и телепатией владеем. Так что, модники мои, обратите внимание на сие творение, ибо такие наушники мало того, что безопаснее для вашей жизни, так еще и могут добавить некую изюминку в ваш повседневный образ. Ибо в эпоху популярности уродливых кросс и варкор культуры, такие наушники на вас будут смотреться куда интереснее, нежели обычные. И пока все будут жить в 2019 году, вы давно уже будете слушать музло в 2119. Техноблогер из меня, соглашусь, никакой, да я и не претендую. Но если в мои руки попадает правда интересная вещь, хоть и на правах рекламы, я не вижу ничего зазорного в том, чтобы рассказать вам о ней. Ибо вполне возможно, что этот ролик увидят именно те, кто давно искал нечто подобное, но никак не мог найти. Поэтому если вдруг наушники вас заинтересовали, найти вы их сможете по ссылочке в описании. Ныряйте и покупайте. Всем спасибо за просмотр, спасибо за терпение, естественно. Не судите строго за рекламу, скоро будет очень много крутых и полезных роликов. Всем спасибо. Всем пока!